Всем привет, дорогие друзья! Мы снова на поезде Сапсан. Как я и обещал, сейчас мы в кабине машиниста поедем отсюда, из тупика, до Ленинградского вокзала для посадки пассажиров. Буквально через час, даже через 55 минут, этот поезд отправляется с Ленинградского вокзала из Москвы в Петербург. Идем в кабину. Здравствуйте. Дорогие друзья, пока машинист готовит свой поезд к выезду на линию, на Ленинградский вокзал, я хочу вам порекомендовать одну из самых востребованных профессий в современной реальности. Это бизнес-аналитик. Это специалист, который непрерывно держит руку на пульсе внутреннего развития компании и мгновенно, как и машинист, реагирует на изменения текущей обстановки. Основные обязанности бизнес-аналитика – это диагностика проблем в бизнесе, поиск решений по оптимизации процессов, разработка и внедрение новых инструкций и многое-многое другое. Эта программа подойдет как новичкам, так и специалистам в смежных направлениях для их дальнейшего карьерного роста. Зарплата бизнес-аналитика на старте от 80 тысяч рублей и может превышать 300 тысяч рублей. В онлайн-школе Edison занятия по теме проводят преподаватели с большим опытом в сфере, а также консультанты из большой четверки. За время обучения студенты выполнят более 20 практических заданий с последующим разбором их с преподавателями. Лекции можно просматривать в любое удобное для вас время. Постоянная поддержка личного куратора в течение одного года. После обучения в школе Edison вы получаете официальный диплом и помощь в трудоустройстве компании-партнеры Edison. А теперь внимание, дорогие друзья! По промокоду PROMETRO вы получаете скидку 45% на весь курс обучения. Кроме того, 13% от стоимости вы можете вернуть как налоговый вычет. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду и освоите профессию бизнес-аналитика. Ну а мы продолжаем. Поехали! Лунно-белый. А сколько тут до вокзала примерно ехать? Три, попробуем тормоза. А по времени? Да, по времени. Тормоза пробуем. По маршруту. Маршрут. Впереди красный, это нам, да? Да. Выезда на неблагоприятные погодные условия, благоприятные. Вот сейчас мы же по сути из депо выезжаем. Сейчас нет, это есть там морозы, когда пути исследования. Да, там скорость может ограничиваться. То есть обычно у вас не более 10 км в час выезд, да? Ну это вот с 6-го пути, там как бы, потому что не габарит даже забора. Так, 215. Повышенная температура там минус 30-35 сон. А что
обливает, чтобы он не обмерзал. Как самолет, да? Да. Чтобы тележки не замерзали. И при включенной тоже медленно, если это там километра два, наверное. Да. Зеленый. Зеленый 4. Ну, вы обучались на новые типа подвижных состава, да, получается? Да. Видите, получали сертификаты по управлению. И на каждый поезд по отдельности, да, учились? Или там сразу идет программа по там двум поездам? Сразу программа. Ну, цикл обучения. Сверху желто-зеленый, это тоже для вас? Да. На мосту. Слово вагон выше. Выше. Красный тип, это сколько метров до светофора, да? 116, 115. Нет. Он подводит, то есть он видит, что это желтый, у нас как бы скорость поджарит. Вот видите, там желтый есть стрелочка, и вон отрубит. Желтый и красный. Он сейчас вот стоп подведет. Вот они сравнялись. Впереди зеленый. А каким поездом приятнее управлять? Ласточкой или Сапсаном? По мне ласточкой. Сапсан. Отличаются друг от друга поезда. 55. Там, конечно, надежнее. На 10. Есть, я же не тормоза пробую. Впереди станция. Мигающий. Желтый мигающий.
желтый. На желтый. На желтый. На желтый. На желтый. На третий путь. На желтый указатель. Не в курсе. Сейчас объявят, наверное, что-нибудь. Угу. Тут, по-моему, два прибывают в это время-то. Все, понял, ладно. Сдвоенный, там прибывает, он прибудет. Девятый, да, на самом крайней платформе. Угу. Потому что сдвоенный только туда можно взять. Все, спасибо, счастливой вам дороги. Спасибо. Так, дорогие друзья, мы освобождаем поезд. Пассажиры сейчас уже будут заходить, садиться. Но мы пойдем искать, как нам добраться обратно в депо. Так, поездная бригада, время вышло. Комментарии давайте обязательно пишите. На платформу производим посадку. Все. Всем удачи, улыбаемся. Вот так вот, улыбайтесь, обязательно. Сейчас пойдем там выйдем. Там, да, будут открывать? Пойдем. А вы проводник, да? Я сейчас заеду. А, понял. Проводник дальше. Сейчас, подожди, выходи. Так. Все, мы ждем поезд, который сейчас прибывает из Питера, и поедем обратно в депо. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Счастливого вам, удачи, пока.